Я приехала на мойку. Сейчас вам покажу, как моют машины здесь. А это что такое у нас? Впереди катафалк, что ли? Похоже на катафалк. Здесь нам говорят, что на гитарку поставить, убрать руки с руля. Никуда не давить и выключить фары. Вот что происходит. Самостоятельно сейчас будем все это мыть, помывать и так далее. А вот и катафалк. Такие шланги висят, видите, и надо мыть машину. И мой шланг был-то на такой слабый. И вот парнишки пришли, они увидели, что я использую левый шланг, чтобы мыть правую сторону машины. Пришли и заменили мне шланг. Все. Машина чистая. Можно ехать. Покажу вам. Вот. Такой не работает, а здесь вот эта штука работает. Здесь можно помыть, у кого резиновые коврики или что-то. Thank you! Короче, мальчики поменяли мне тут эту. И вот мы с ним. Теперь он пошел все проверять, если они хорошо работают. Короче, спросил, из какой я страны. Я ему говорю, ой, я ему говорю, я делаю видео, как я помыла машину. Может быть, он испугался, что я хочу поставить куда-то видео, я все снимаю. Потом все пошел проверять эти штуки. А я говорю, нет, я хочу сделать видео, поставить для своей семьи и друзей. Потому что в нашей стране по-другому моют машины. Другие мойки у нас. Вот, и он спросил, с какой ты страны. Я говорю, Казахстан. И знаете что, оказалось, у него мать украинка. Но он не понимает вообще ни слова. Нет, он сказал, у моей мамы украинские корни. Но он не понимает ни слова. Ни по-русски, ни по-украински. Какая-то бабушка была, наверное, украинка.